Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Куншуах», и с вами я, ее ведущая Лаура Бекпулатова. Проведите ваше сегодня без ссор и уныния, но с энтузиазмом и неутомимым желанием радовать друг друга. Пусть сегодняшний день удивит вас своей легкостью, новостями и приятными сюрпризами. После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Ежегодно в марте месяце отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана Всемирной организацией здравоохранения не случайно. Именно в этот день, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. На данный момент в городе, в области у нас проходит месячник по профилактике туберкулеза. Сегодня нам врачи расскажут, что собой представляет эта болезнь, как нужно лечиться и как избежать последствий. Я с удовольствием хочу представить наших уважаемых врачей телезрителям. Это Айгуль Мажитова, заведующая отделением Центра семейного здоровья. Также Айгуль Алтаева,
фтизиатр, и Асхат Байгуди, врач здорового образа жизни. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе. Как до этого мы говорили, что туберкулез – это инфекционно распространенное заболевание, которое вот с невероятной скоростью распространяется по всему миру. И, наверное, будет лучше, если вы сами еще раз напомните, что собой представляет эта болезнь, чего стоит опасаться, какие виды туберкулеза существуют. Пожалуйста, Айгуль, вам первое слово. Как туберкулез, нам известно инфекционное заболевание, вызываемое микробактериями туберкулеза, и передаются они воздушно-капельным путем. Это может быть кашель, чихание, рукопожатие, пространстве, находящееся при закрытом комнате, например. От больного к здоровому человеку может передаваться, и в закрытом пространстве она может сохраняться от 3 до 4 часов. Как сказать, если есть симптоматика уже, слабость, кашель более двух недель это у взрослых, больше 3 недель это у детей, если кашель есть, потливость, слабость, быстроутомляемость, отдышка, длительная температура, которая сопровождается, кровохарканье, лучше сразу обратиться к медучреждению. Там проводится обследование. Это молекулярно-генетический анализ проводится, микроскопия мазка берется, флюорообследование, рентгенобследование, где берутся, делается также манту-проба проводится. У нас еще к этому входит группа риска есть у нас, которых кто мы наблюдаем. Да, группа риска. Группа риска у нас входит, которые часто болеют, хроническими легочными заболеваниями, которые наркоманы, алкоголики, как сказать, которые ВИЧ заболевания имеют, также, да, также, которые уже переболевшие, которые есть туберкулезом, они у нас стоят в группе риска. Еще мы флюру проводим, есть как обязательный контингент, которые должны пройти флюорообследование, чтобы мы могли предотвратить вот эту, чтобы не было туберкулеза, обследовать постоянно, контролировать, смотреть. Это у нас обязательный контингент, который я перечислила. Вот это ВИЧ, наркоманы, алкоголики, все, которые... Плюс к этому работники медучреждения, военнослужащие, дошкольные, которые преподаватели, они все должны проходить ежегодно у нас флюорообследование. Именно подчеркну то, что который из мест лишения свободы, и военнослужащие проходят у нас 2 раза в год, потому что у них больше риска идет к заражению именно туберкулезом. Ну вот сегодня усилия врачей сосредоточены на лечении пациентов с COVID-19, но это не значит, что и другие инфекционные заболевания у нас отошли на второй план. И хотелось бы сейчас вам задать вопрос, как фтизиатру, скажите, пожалуйста, вот, как вы с позиции фтизиатра оцениваете то, что сейчас происходит с распространением коронавируса и чем отличается вот именно COVID-19 от туберкулеза, да и других бактериальных именно инфекционных заболеваний? COVID-19 относится к разновидностям гриппа. Вот. А туберкулез – это же другая инфекция. Она передается, основным источником его является больной с открытой формой, так называемое заболевание, которое может, если не лечиться, в течение года заразить от 10 до 15 человек. Вот. Поэтому здесь, значит, идет у нас туберкулезная инфекция. Знаете, здесь этиология разная. Вот COVID-19, он распространяется со скоростью, такой вот большой скоростью, и поражает, как говорится, все больше и больше, значит, стран, людей, потому что это вирусная инфекция. Вот. А она, естественно, значит, те лица, которые перенесли эту инфекцию, у них остаются, значит, остаточные изменения в легочной ткани. Вот. Остается какое-то время еще симптоматика, одышка, значит, вот, кашель, может быть, длительный, значит, схожий с кашлем при туберкулезе. Вот. Поэтому эти лица после, до обследования
значит, у фтизиатра будут находиться в группе риска по, значит, туберкулезу. Почему? Потому что эти осадочные изменения, очаги, фиброзы, значит, какие-то там чешуйчатости, они, значит, в себе могут таить, так сказать, и туберкулезную инфекцию. Вот. А так, значит, по происхождению это совершенно два разных заболевания. Есть лица, которые одновременно, у которых одновременно выявили и туберкулезную инфекцию, и коронавирусную инфекцию. Вот, и еще это, значит, сопутствующие другие заболевания. Угу. Потому что любая инфекция, какая бы она ни была, она в любом случае ослабляет организм. Вот. И в это время снижает иммунитет, соответственно. Угу. И в это время, конечно, эти вот все болезни, эти все, значит, микробы, вирусы, они поднимают голову. Угу. Это уже будет зависеть от того, насколько слаб человек. Или насколько он силен. От его иммунитета, да. То есть. Это зависит от иммунитета в целом. А вот по каким внешним проявлениям человек может заподозрить заболевание у себя или близких? Ну, в каких случаях нужно насторожиться и обратиться к специалисту для обследования? Вот только что перечислила. Да. Как сказала, да, Айгуль Мухитовна, значит, есть определенная симптоматика, которая, значит, наводит на мысль, что вот у человека именно идет развитие туберкулезной инфекции. Самым важным симптомом является кашель. Угу. Вот. Кашель, он наиболее характерен, считается, для открытой формы туберкулеза. Вот как говорила Айгуль Мажитовна, значит, это Мухитовна, кашель более 2 недель у взрослых и более 3 недель у детей. Может быть, с мокротой или без мокроты. В первую очередь это кашель. Да, Это главный патогномичный симптом туберкулеза. Далее там уже идут присоединения одного симптома или нескольких симптомов. Это же, вот, как говорили, значит, боли в грудной клетке, это снижение массы тела, длительное повышение температуры тела, субфебрилитет от 37 и выше. Вот. И, соответственно, значит, там уже будет быстрая утомляемость, общая слабость выраженная. И, что еще часто мы отмечаем, это кровохаркание. Кровохаркание уже когда идет про присоединение, осложнение. Вот. Если есть один основной кашель, вот основной симптом – это кашель более 2 недель, и присоединение одного из этих симптомов. Это уже настораживает. Можно бить тревогу, да, это уже настораживает. И поэтому надо обязательно обращаться к специалистам, значит, ПСМП, потому что по месту прикрепления, потому что, значит, они именно начинают обследование, да, на туберкулез. Это в первую очередь будет сейчас. Очень важно, в первую очередь, исследовать мокроту больного. Мокроту, благодаря тому, что сейчас медицина шагнула далеко, у нас, значит, есть большие достижения в современных методах обследования, на именно бактериологическое обследование мокроты с использованием новейших технологий. Это в виде аппарата GenExpert, High-End-Test, который, значит, находится на оснащении в облачном диспансере. Вот, значит, в первую очередь мы берем мокроту и исследуем молекулярно-генетическим методом, что выявляет, сразу выявить в течение 2 часов, нас какими штаммами туберкулезной палочки получил заражение человек. Угу. Чувствительная форма или устойчивая форма. Это ускоряет диагностику, диагностику самого заболевания и способствует более, значит, быстрому подбору необходимых противотуберкулезных препаратов. Вот. Возможность начать своевременное лечение, не затягивая, способствует тому, чтобы, значит, человек уже мог в течение 1-2 дней
госпитализироваться в профильное отделение облдиспансера по необходимости. Госпитализируют, значит, в первую очередь людей с так называемой открытой формой туберкулеза. Это бактериовыделители. Спасибо. А я напоминаю, дорогие друзья, что все свои вопросы интересующие вы можете задать, дозвонившись к нам по номеру 28-58-69. Это номер прямого эфира и номер WhatsApp 837-264-15. Теперь хотелось бы предоставить слово Асхат вам. Все-таки что нужно делать для профилактики? Расскажите нам, пожалуйста, подробнее. И еще, да, какие мероприятия именно приуроченные вот к декаде, к месячнику, вернее, вот борьбы с туберкулезом проводятся вот в области, какова их главная цель? Здравствуйте, уважаемые жители города. По традиции ежегодно в городском и областном масштабе у нас проходит месячник по профилактике туберкулеза с 24 февраля по 24 марта. И в рамках месячника у нас проводятся различные мероприятия, то есть семинары, тренинги, конференции и так далее. Но в связи с сложившейся ситуацией в стране, все эти мероприятия перешли как бы в онлайн-формат, то есть через трансляции, через сайты, социальные сети и так далее. Теперь насчет профилактики. У нас получается профилактика туберкулеза. Мы рассматриваем в разных вариантах. То есть это профилактика туберкулеза у детей и профилактика туберкулеза у взрослых. Профилактика туберкулеза у детей заключается в вакцинации БЦЖ, то есть с момента рождения ребенка. И если у ребенка выявляется туберкулез, то непосредственно, незамедлительно ребенка берут на диспансерный учет под наблюдением врача, фтизиатра или участкового врача. И если же в течение года его ребенка, получается, заболевшего обследуют и как бы проверяют состояние здоровья. И через год, когда будут обследовать ребенка, если же все нормально, если же никаких симптомов не выявляется, то, соответственно, ребенка снимают с учета. То есть это профилактика туберкулеза у детей. А профилактика туберкулеза у взрослых заключается в профилактике вредных привычек, то есть отказа от табакокурения и так далее. Потому что, почему я это говорю? Потому что, то есть, вот никотин, различные вот такие токсические вещества, которые присутствуют в табачных изделиях, они не только как бы заражают слизистую оболочку дыхательных путей, но и ослабляют иммунитет. Поэтому отказ от вредных привычек – это в первой очереди профилактики туберкулеза. Далее, то есть мероприятия, какие мероприятия проводятся. Как я уже отметил, в рамках месячника по профилактике туберкулеза в целях повышения информированности и оснащенности населения по профилактике туберкулеза мы проводим семинары, тренинги, конференции, беседы, то есть с охватом прикрепленного населения поликлиники, с охватом учеников, учащихся в детских садах и школах. Но сейчас в связи с пандемией мы постепенно переходим в онлайн-формат, потому что сейчас по постановлению нельзя собираться, то есть нельзя создавать массовые скопления людей, поэтому сейчас население продвинутые люди, поэтому
мы сделали такой вывод, что будет эффективнее, если мы будем агитировать и афишировать нашу работу через социальные сети, в сайтах и так далее. Думаю, это будет очень эффективно, чтобы прочитать различные статьи по профилактике туберкулеза. Потом выкладываем брошюрки, буклеты, памятки по профилактике туберкулеза. Далее, профилактика туберкулеза. Еще мы рассматриваем, то есть можно разделить на три типа. Это медицинская профилактика, социальная профилактика и санитарная профилактика. Медицинская профилактика заключается, то есть обязательно прохождение флюорообследований, то есть проба МАНТУ и так далее. То есть медицинская профилактика, это делается в поликлинике или же в лечебно-медицинском учреждении, в лечебно-профилактическом учреждении. А санитарная профилактика заключается в проведении, то есть противоэпидемических мероприятий в очаге, где выявлен был туберкулез. А социальная профилактика – это, то есть, как я уже отметил, это проведение уже мероприятия с населением, непосредственно работа с населением, с присутствием участковых медсестер и участковых служб. Спасибо вам за подробное разъяснение. Я хочу сейчас задать вопрос от наших телезрителей, которые поступают на номер WhatsApp. Расскажите о каких-нибудь дыхательных упражнениях. Они чем-нибудь помогают? Можно ли что-то делать? Помогает ли для профилактики также вот дыхательные упражнения? Что вы можете ответить, уважаемый? Костя? Знаете, профилактика чего? Туберкулеза. Профилактика туберкулеза? Вы знаете, обычно такой вопрос задают, наверное, люди, у которых есть в анамнезе хронические неспецифические заболевания легких. Uh-huh. Вот. Они состоят в группе риска, и, возможно, здесь специальных таких упражнений для того, чтобы не развился туберкулез, не такого нет. Да. Uh-huh. Я понимаю, если, допустим, человек перенес ковидную инфекцию, у него, есть проблемы с дыханием, или же, перенес там обострение, в данный момент идет у него, бронхиальной астмы или хроническое какое-нибудь заболевание легких. Вот тогда это стоит уже вопрос актуальный, и тогда он должен обратиться уже к профильным специалистам. Mm-hmm. А специально для профилактики туберкулеза таких упражнений нет. Самое главное нужно что? Самое главное, надо вовремя проходить скрининг на туберкулез. Это флюорографическое обследование взрослого населения. Uh-huh. Вот как раз-таки люди, есть, вот как сказала Айгуль Мухитовна, есть люди с группы высокого риска. Uh-huh. И, по всей видимости, вот те, которые, страдают бронхолегочной патологией, и могут задать вот такой вот вопрос. Uh-huh. Спасибо. Чем вредят сигареты? О вреде сигарет вы уже нам рассказали, конечно. Uh-huh. Но бывает так, и телезрителям здесь пишет свое мнение, что человек курит всю жизнь, а легкие, в норме. А бывает, вообще не курит. И наоборот, заболевание легких дыхательных путей. Что вы можете ответить на этот вопрос? Обычно курение, оно как-то больше, приносит, мы уже знаем, не сколько пользу, сколько вред. И поэтому злостные курильщики, те лица, которые, занимаются табакокурением в течение многих лет, по 20-30-40 лет, они состоят в группе риска по заболеванию онкологии. Угу. Вот поэтому об этом не надо забывать. И еще тут сказывается возраст, не только длительность курения, возраст. Вот. И само по себе, конечно, иммунитет самого человека. Поэтому, это табакокурение относится к вредным привычкам. Поэтому при заболевании всегда же спрашиваем, есть ли какие-нибудь привычки, курение и так далее. Потому что если все, что связано с бронхолегочной патологией, с заболеванием легких, в том числе туберкулезу, это, конечно, не приносит пользы. Это, наоборот, будет вред. Угу. Спасибо. Почему все-таки появляется это заболевание? Ведь в детстве детям прививки делают от туберкулеза. Насколько эффективна
она. Ну вот некоторые родители уверены в том, что их ребенок здоров, и зачем делать, как мы до этого говорили, манту и диаскин-тест, и вводить в организм ребенка неизвестно что. То есть есть, да, такие родители, которые могут не делать, да, соответствующие прививки. И вот сейчас телезрители интересуются, вот, почему появляется это заболевание, если дети наши получают данные прививки, насколько эффективна она? Может быть, вы ответите? Ну, это сразу... Да. Ну, вопрос задается правильно, конечно. Иммунитет, например, если так взять, и иммунная система у ребенка не до конца развита, как у взрослых. Mm-hmm. Например, получает, да, прививку этот, но, как сказать, никто не застрахован. Mm-hmm. Потому что у детей может иммунитет у кого-то хорошо быть, у кого-то слабоватый. Потому что так как ребенок часто болеет. Mm-hmm. Когда часто начинает, особенно частое заболевание верхних дыхательных путей, может привести к этому. Они у нас являются в группе риска. Из-за этого, например, и такое бывает, то, что туберкулез у детей. Туберкулез у детей, оно как симптоматика у них идет. Потливость в ночное время, кашель же. И жар может быть. Угу. Потому что иммунитет у каждого по-разному. И если даже сделан БЦЖ, может быть проявление этого. И надо подчеркнуть... Взрослые могут, как коллега сказала, может заражать от 10 до 15 людей, а дети менее заразные при туберкулезе. Спасибо. Я бы дополнила коллегу. Значит, прививка БЦЖ работает в течение нескольких лет. Вот, от момента, значит, рождения до первой ревакцинации. Это где-то к первом классе. Вот, 6 лет. Здесь вот вопрос как-то немножечко сформулирован неправильно, потому что здесь идет вопрос, почему заболевают дети, это один вопрос, а манту и диаскин-тест – это те тесты, которые помогают выявить, значит, нет ли инфицированности у ребенка, так? Вот. Следует ли проводить химиопрофилактическое лечение и, значит, выявить, нет ли у него признаков туберкулеза. Вот. А для того, значит, к сожалению, дети болеют. А в настоящее время все-таки детская заболеваемость, она тоже снижается, так же, как и взрослые. Они заражаются от взрослых. Поэтому сам по себе ребенок заразить кого-либо не может. Вот. БЦЖ, вакцина работает. Иммунитет формируется специфически. Вот. Просто... Надо немножко быть пограмотнее. Сейчас доступна в интернете практически вся информация, поэтому нужно родителям быть грамотными во всех отношениях. То в отношениях прививки, значит, в отношении вакцинации. Вот. У нас же есть еще такой контингент, который отказывается от вакцинации детей БЦЖ. Они мотивируют недоверием к врачам, какие-то религиозные убеждения. Поэтому с таким контингентом отказников детей от БЦЖ у нас работают психологи, соцработники, медработники, вот, чтобы, значит, наоборот, помочь ребенку. Если бы в мире не существовал бы туберкулез, то, наверное, эта проблема не стояла бы остро. Mm-hmm. Вот. Я так думаю, что... А эти тесты, манту и диаскин-тест, они взаимодополняют друг друга, потому что один тест выявляет, значит, инфицированность, а второй тест, он делает, значит, устанавливает, это истинное, значит, инфицирование или же это идет посталлергическая, поствакцинальная аллергия. Поэтому там подход должен быть очень грамотным. Если есть какие-то вопросы, если есть какие-то, значит, неуверенность там в правильности своих поступков, правильно ли поступают или нет, отказываясь от тех или иных. От манту сейчас вот стараются отказываться, но они ничем не мотивируют. Все, говорят все, но только вот в сущности ничего такого вот нет. Мы не хотим, мы там еще что-то. Понимаете, это тесты, это диагностические тесты. Это не прививки.
Поэтому вот одно мешать с другим никак нельзя. Я так думаю, что ни в коем случае, если пригласил медработника, значит, для проведения постановки пробы манту, и, значит, потом отдифференцировать, он инфицирован или нет, провести ему профилактику, чтобы в дальнейшем ребенок не заболел. Вот. К сожалению, они болеют, и болеют, причем есть и запущенные формы. Запущенные формы, они лечатся очень длительно. Поэтому я так думаю, что если есть какие-то вопросы, значит, есть, они не находят ответ, то они должны обязательно прислушиваться к мнению врача, участкового врача. Вот. Там есть и заведующие отделения, там есть и заместители по детству. Они все объяснят и скажут. Спасибо. Сейчас мы прервемся на музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие телезрители, не забываем подключаться к нам. Если у вас есть какие-то интересующие вопросы к нашим специалистам, то звоните по номеру 28-58-69 или пишите на номер WhatsApp 837-264-15. Ждем вашего активного участия.
Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Напомню, дорогие друзья, что у нас остается 14 минут до окончания передачи. Ждем по-прежнему ваших звонков и сообщений. Вот такой вопрос от нашего телезрителя. Каковы самые распространенные заблуждения? Какие самые распространенные заблуждения о туберкулезе, которые вы слышали? Есть ли какие-то вот действительно можно мифы, может быть, которые вы часто вы слышите и можете сейчас их развеять? Самое часто распространенное заблуждение насчет туберкулеза. Все исходит от самого человека, насколько он воспринимает эту болезнь. Вот. Uh-huh. И все вот это вот, значит, это не мое, я не болею, я не заразный, это, я так думаю, что это стигма, и человек старается вот за этой стигмой спрятаться. Вот он должен воспринять эту болезнь. Если, как говорится, найти общий язык, то заболевание, оно же ведь всегда лечится, туберкулез вылечивается, вот. Есть заблуждение, что не вылечивается, препараты такие, врачи такие плохие, там, значит, все плохое, кроме самого пациента. А у нас должен быть тандем – пациент, заболевание и врач. Если все это вместе, значит, будет определенная цепочка, то, в конце концов, значит, мы можем победить заболевание. Угу. Надо, чтобы человек понял, принял эту болезнь. Вот, значит, старался поставить перед собой цель именно вылечиться, побороть. Ведь в связи с тем, что почему мы не можем с 1882 года, я понимаю, там, допускаю, значит, препаратов не было, были трудные времена, но ведь сейчас при наличии такого большого арсенала современных препаратов, которые, значит, вот с последние 2-3 года мы значительно в разы уменьшили, значит, сократили сроки лечения, излечиваемость, достигаем высокий процент излечиваемости. У нас практически, значит, мало и смертельного исхода. Mm-hmm. Вот. Просто нужно, чтобы человек понял, насколько это серьезное заболевание. Uh-huh. Это не грипп, да, это не, значит, насморк, это не простуда. Вот, чтоб... И нет такой панацейной таблетки, которую принял, и можно uh-huh. было Спасибо, вылечить. Есть у нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А вот правда говорят, что если в роду был болен человек туберкулезом, он будет передаваться по наследству. Насколько это правда? Угу. Спасибо вам за ваш вопрос. Угу. Что вы можете ответить? Генетически передается по наследству? Генетически нет. Это надо объяснять, что это инфекционное. Мы подчеркиваем, это инфекционное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому человеку. Uh-huh. Это вот этот люди должны понимать, вот даже миф говорите, да, вот насчет этого можно тоже подчеркнуть, то, что люди думают, то, что вот я туберкулезом заболел, все, меня в стационар положат, я буду там лежать там года 3-4, как в тюрьме, вот тоже вот это должны понимать. А то, что генетически... Ну, вот от матери ребенку может же... Если, может передаться, да, если вот мама беременна и больна туберкулезом. В зависимости от иммунитета. Тоже здесь иммунитет роль играет. Иммунитет ребенка и иммунитет матери какой. Если мама болеет, конечно, даже у нас есть такой, мама после родов, бывает, выявляем, то, что она, у нее туберкулез. Мы сразу, кормление запрещается. Маму, если надо, отправляем в стационар, ребенка изолируется, да, изолируется друг от друга. Ребенок уже грудное вскармливание сразу отменяется, тут идет уже искусственное вскармливание для ребенка. Но передача этот тоже зависит от самого организма каждого. Спасибо. Вот такое пожелание от нашего телезрителя Марата. Добрый день. 3 года назад проходила лечение в тубдиспансере. И в преддверии дня благодарности хочется выразить свою благодарность лечащим врачам, а именно Жумказиева Махабата, Ишахатовне, Киндербаева Алине Давлетовне,
Зикешевым за их профессионализм, поддержку, заботу, отзывчивость, внимательное, чуткое отношение, за умение вселить надежду на выздоровление пациентам с таким серьезным диагнозом. Я не сомневался, что с такими врачами исход лечения будет благополучным. Всегда буду помнить их только добрым словом. Дай Бог им здоровья и побольше благодарных пациентов. Наверное, это и есть, да, самая большая награда вашим. В работе, когда пациент выздоравливает, и сейчас в прямом эфире вы слышите от них вот такие слова благодарности, теплые слова в свой адрес. Следующий такой вопрос хотелось бы задать также вам, да, по поводу, вот мы говорили, матери, ребенка, вот, может ли флюорография нанести вред кормящей матери или ребенку? Что вы можете ответить? Флюорография обычно не приносит вред, потому что мама, значит, будет проходить флюорографию один раз в год. Вот. Это же не рентгенография, чтобы там часто проходить. Поэтому если она кормит это, да ради бога, на ребенка это никак не отразится. Это же не ребенка получается. Поэтому я так думаю, что есть какие-то заблуждения. Нужно в любом случае, вот, например, беременным женщинам мы рекомендуем проходить рентгенографию грудной клетки. Там уже идет у нас, значит, при защите свинцовым фартуком. А кормящая мама, она проходит флюорографию по необходимости. Только что уже подчеркивала, после родов мы по-любому делаем рентгеноскопию. Это мы как бы для, когда во время беременности снижается наш иммунитет, делится на два, ребенку и маме. Витамины, то, что, например, кальций, натрий, то, что есть у нас в организме, делится на два. Иммунитет тогда во время беременности снижается. После родов мы проверяем на все эти заболевания. Но тогда же мы снимаем рентген. Там риск очень минимальный, потому что излучение идет минимальное. Но ребенку никакого вреда тут не несет. Спасибо. У нас остается еще 5 минут до окончания эфира. Пожалуйста, я бы хотела еще раз к вам обратиться, Асхат. Я думаю, что не будет лишним еще раз напомнить о методах профилактики. Вот что вы посоветуете, пожелаете нашим телезрителям, как обезопасить себя, вот своих родных и близких от этого страшного заболевания. Я хотел бы то есть пояснить одну ситуацию, как от телезрителя был то есть задан вопрос, если вакцинировать ребенка, то можно не заболеть туберкулезом, да? То есть вакцинация, иммунизация – это не гарант профилактики. То есть нужно искать альтернативные варианты для укрепления здоровья малыша, в целом для укрепления здоровья человека. У детей один момент. Возьмите микрофон, пожалуйста, вас плохо слышно. Вот микрофон подайте. Я хотел бы пояснить еще один момент. Профилактика туберкулеза у детей. То есть профилактика туберкулеза у детей. Мы, ну, как бы все прекрасно знаем, что дети, подростки склонны к быстрому питанию, поэтому нужно снизить потребление жирных, жареных блюд, снизить потребление фастфудов и так далее, потому что инфекция может передаваться фекально-оральным путем, поэтому нужно избегать от быстрого питания и почаще есть овощи, фрукты, кисломолочные продукты и почаще мыть руки. Вообще, в рамках месячника по профилактике туберкулеза в каждой поликлинике проводится день открытых дверей для прикрепленного населения. И вообще воспользуясь этим моментом, население
ну, должно активно участвовать, то есть для своего же блага, для своего же здоровья, потому что именно данное мероприятие дает эффективность для борьбы с туберкулезом. Но я хотел бы пожелать телезрителям, всем жителям города и области, то есть выполнять назначения и требования врача, потому что своевременное выявление и своевременное лечение туберкулеза снижает риск заболевания туберкулезом. И почаще нужно гулять на свежем воздухе, потому что проветривать помещение и так далее. Я хочу зачитать заключительный вопрос, если можно вкратце ответите. Здравствуйте, вопрос гостям. Сейчас мы все носим маски, дистанцировались друг от друга, сократили до минимума круг общения. Скажите, на фоне всего этого есть ли какие-нибудь изменения в динамике заболевания или людей, заразившихся палочкой Коха? Знаете, медицинская маска, она, так сказать, вынужденная мера сейчас во время эпидемии ковида. Вот, а это, значит, обязаны соблюдать все носят медицинские маски. Но положительная динамика наблюдается с этим среди ваших. Количество больных все-таки уменьшилось? Вы знаете, наши больные, они носят маску. Вот медицинскую, они носили и в прошлом году, и позапрошлом году, да, постоянно. У нас, значит, в стационаре, например, когда лежат, все носят маску, и сотрудники, и больные. Независимо от того, он выделяет микобактерию туберкулеза, или у него закрытая форма. Вот. Но ведь есть люди, которые, допустим, на улице или в общественном транспорте могут доехать, и человек, он знает о своей болезни. Вы понимаете, человек, если он заболел туберкулезом, он же получает лечение. Вот. Если только он не нарушитель, не оторвался от лечения и так далее. Человек, который получает лечение, уже, значит, в разы, так сказать, в его организме, да, почти в 2-2,5 раза уменьшается количество туберкулезной палочки, если он начал лечение 2-3 недели. Если уже получает лечение в течение 2-3 недель. Вот. Поэтому те больные, которые получают лечение, они практически не заразные. У нас заразные больные лежат в стационарах, вот, не заразные, не выделяющие микобактерии туберкулеза, так сказать, больные с закрытой формой, они у нас практически эпидемиологическую опасность для окружающих не представляют. Поэтому носят маску все, это может быть, с одной стороны, и хорошо, потому что человек защищает себя. Он защищает себя от всех инфекций. Спасибо. Увы, наше время подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе, пожелать вам только успехов в вашем нелегком труде и побольше благодарных вылечившихся пациентов. Спасибо большое. Каждый человек ответственен за свое здоровье, поэтому я желаю всем крепкого здоровья. Любите себя, вовремя проходите обследование, ведите здоровый образ жизни, не бойтесь врачей и обследований. При наличии малейших подозрений на инфекцию не откладывайте визит к врачам, ведь от вашей сознательности зависит не только прогноз заболевания, но и благополучие окружающих. До свидания и до встречи в эфире.